Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Тацит. Тацит Публий Корнелий, около 55-120 года. Историк императорского Рима, выдающийся оратор, был сенатором и консулом. В круг его друзей входил и Плиний-младший, написавший свои свидетельства извержения Везувия специально для включения в историю Тацита. Самая ранняя работа Тацита – диалог об ораторах, в которой обсуждаются причины упадка риторики, ораторского искусства современной республики. Труды Тацита Агрикола и Германия, исторические монографии об его тесте Юлии Агриколе и древних германцах, чьи обычаи и мораль контрастировали с поправшим нравственные нормы Рима. История и анналы охватывают период с конца правления Августа до смерти Домициана. Предполагалось охватить продолжением и правление Траяна. Оба главнейших труда Тацита дошли не полностью. Латинский стиль Тацита уникален по своей интенсивности и тяготению к эпиграммности, хотя в нем и видно влияние Саллюстия. В развитии же повествования Тацит ушел вперед по сравнению с прозой времен Цицерона. Он разделял убеждения древних, что индивидуализм правит миром, что сильная личность определяет ход истории, поэтому императоры и составляли основной фон его историографических трудов, хотя он был далек от восхищения ими. Его концепция строилась на убеждении, что безвозвратно обесцениваются старые демократические ценности, попираются свободы, поэтому показ упадка Рима и рассуждения о причинах этого занимали в его работах значительное место. Гиббон ценил Тацита больше других античных историков и взял его труды за образец, когда создавал свой распад и падение Римской империи. В средние века Тацита практически не знали, и только в конце XIV века растет интерес к его произведениям. Так, анналы и история пережили второе рождение во времена Ренессанса. Им восхищался Монтень и критиковал Мильтон за потерю веры в республику. В образе мыслей Макиавелли усматривали влияние Тацита. Тем не менее, всемирное признание состояло. Ну, вот так вкратце о Таците, Таците Публий Корнелий, историки императорского Рима. Пока-пока, до свидания.